Всем привет! Вот сделал для бани такую вот занавеску. Вот такая гардина вот. Из пластиковой трубы кусок. Вырезал заглушки. Спаял. Крепление для пластиковых труб тоже. Так удобно. Легко снимается, легко одевается. Материал вот эта клеенка, занавеска от ванной комнаты, вырезал по размеру гардины, двойную повесил пока. Так, нормально вроде получилось, можно прошить, отстегнул, снял, отстегнул. Сюда, в принципе, можно любую занавеску закрепить, матерчатую. Там пластик, считай, не мокнет, не ржавеет, не гниет. Можно замудриться, даже рулонную сделать, если закрепить раз. Покрутил, поднял. Сейчас покажу днем, как выглядит. Да. Сложил вдвое, повесил. Простенько. Просто и быстро. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. Всем пока!